Здравствуйте. В почве со временем накапливается много негативных факторов. Почва, во-первых, становится менее плодородной, из почвы очень много выносится питательных веществ растениями. В почве накапливаются вредители, заболевания. Ну, то есть почву нужно оздоравливать. И как оздоровить почву? Для этого лучше всего подойдут такие растения, которые мы называем сидератами. И сейчас мы поговорим о таком сидерате, как люпин. Люпин многие знают как садовые растения, это многолетний цветок, причем люпины бывают еще и однолетними. Вот такие привлекательные свечки мы сажаем на наших клумбах, и не каждый знает, что это очень полезное растение, которое оздоровит нашу почву. И поэтому люпин можно сажать в виде сидерата. Люпин – это бобовое растение, у него семена крупные, вот такие бобы. И вот эти бобы, они даже съедобные, они содержат 50% белка. Люпин высаживают обычно на почвах, которые в этом году останутся под паром, потому что люпин довольно-таки растет долго, но уже после 50-60 дней роста зеленой массы растение можно закапывать. Чем хорош люпин? Одно из самых главных его достоинств – его корни очень хорошо помогают накапливать азот в земле. Как известно, азот – это газ, довольно-таки летучие соединения, а у него на корнях есть азотофиксирующие бактерии, которые задерживают азот, а азот влияет на рост листовой массы растений. Корни у люпина очень длинные, они могут проникать до метра в глубину. И корни очень хорошо рыхлят землю, и корни люпина помогают избавиться от очень многих вредных насекомых. Во-первых, проволочник очень не любит жить там, где растет люпин. Нематода бежит с того места, где рос люпин. И личинки майского жука также чувствуют себя очень неуютно на участках, где растет люпин. Люпин еще обладает свойствами раскислять землю. Если почва закисленная, растения на такой почве растут плохо. И для того, чтобы раскислить почву, мы обычно применяем какие-то кальций-содержащие материалы. Это или известняковая мука, или доломитовая мука. Еще один способ раскислить почву и одновременно ее оздоровить – это посадить на этой почве люпин. Если вы сажаете культуры на больших участках, вот можно выделять на этих участках небольшие участки, на которых сажать люпин, а на следующий год у вас получится здоровая и плодородная почва. Вот такое прекрасное растение, как люпин, обязательно нужно посадить на участки, чтобы его оздоровить. А надеюсь, наши советы помогут вам сделать это быстро, правильно, эффективно. И плюс к тому же люпин в период цветения очень красив. Если ваш участок будет засажен цветущими люпинами, это будет очень красиво.